Я и шел самый первый, получается. Потому что по жизни. А я вижу. Вот двоих товарищей танк расстрелял с пулемета, с ПКТ. Двоих насмерть. А двоих миной, два трехсотых. Вот, отступали мы, получается, была потом команда нам на отход. Мы отходили колонной по поселку. Нас накрыли системой залпового огня град, колонну. То бишь, так же самое били по домам, никого не разбираясь, есть там кто, дети, женщины. Да? В Питер. Я уже сказал, подлечиться и опять в ополчение. Поставлю протез и опять продолжать. Чем смогу, буду помогать парням. Пока не закончится все это. Как раз на Александровке. Ну, я думаю, мы победим. Победа будет за нами. Мы добьемся своей независимости. Думаешь, уверен? Уверен. С вашим ранением. Ну, от парламента Новороссии, от себя лично.